Всем привет, ребят. Ну чё, думаю, вам, кто был на стриме, понравился видосик про обнову. Все как всегда, все в ожидании. Думаю, завтра уже в пятницу обновят. У меня сегодня битва гильдии, которую мне надо пройти. Поменял я гильдию, я уже в топ. Какие мы там в топе? В топ-4. Да, топ-4 у нас гильдия. Сюда вступил. Так, чем мы пятые? Надо будет это поменять. В общем, вступил в другую гильдию, в топ вышел. И у меня сегодня топовые противники с этого сервера. Показывал я уже, что сливаются очень прилично. Это необычные, скажем так, противники. Это все топы там от 400 и выше. Чё, поехали, посмотрим, кто там у нас сегодня есть. Думал еще прийти вечером, силу поднять. Ну, час пройду, чтобы уже вечером не заморачиваться. Так, смотрим, 533. 593, Джонс, 563. 547, значит, 2 отсюда. И 3 отсюда. Поехали, начнем. Самого жирного нуба сервера. Так, окей, что тут у нас? Стрелок, Асорик, Фрея. Окей, не вопрос. Я вам показывал уже, что любая раста проходится, ну, разными героями. Надо будет здесь попрокачивать обычных героев. Думаю, всем будет интересно с 20-ми прорывами посмотреть на обычных героев. Так, где мой Ронин? То есть, покажу вам самый оптимальный вариант для бездоната. Это Ронин на максималочке. Так, восьмерки. Вот такого вот Ронина. Ожива, ожог. И ставим сюда Феникса. Так. Вот один герой. И сейчас поставим... Сюда на Огника ставим выживание рунами. Ну, Огников, конечно, у всех нет, но вот Ронина собрать там с ожогом — это не проблема. И сюда, сюда ставим Цепа. Тоже 28-й, они у меня еще не докачанные. Так, Ронин Цеп. Вместо Анубиса мы сюда поставим дерево. В идеале, конечно же, для бездоната было бы круто вкачать что я хотел сказать, короче, вылетело, забыли, короче, мы это для бездоната прокачать на девятку Ронину, не пожалеть ресурсы на оживу и прокачать девяточку, такую сборку, как у меня, сделать, и тогда у вас никаких проблем с битвой гильдии вообще не будет. Ну, еще один слив. Мишка слился какой-то. Ну, давайте посмотрим, что это за мишка. Может, мы его найдем. Сколько у него там силы. Значит, с этой гильдии. Ну, 466. Короче, вот так вот, ребят, оживы тащат. Окей, поехали. Поехали их шатать. Шайтана монах. Так. Ну, запускаем Ронина. Тут раста, я вам скажу, не особо сложная. Она проходится. Я вам показывал уже, все расты проходятся очень-очень запросто. Фрейка есть? Нету. Не вижу Фрейка, к сожалению. Да ты что? Ничего себе. Он жесткий. Давай, 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 беги сюда, мой друг. Ничего себе, у него там стоят. Немножко не туда он забежал, куда мне надо. 32% фрая есть, отлично. Это радует. Да, с новыми талантами стоит. В принципе, правильно, чтобы сливать. Но я бы, наверное, скорее всего, другие талантики поставил.
Так, зарядил он там Фрейю или нет? Блин, все-таки опять побежал на Асурика и на героя. Ну ладно. Так, 40% у нас есть. Все очень печально, ребят. Идем ва-банк. Не буду пока спешить. Ну, я думаю, мы тут бы одним огником справились, наверное, скорее всего. Надо было бы только Фрейю зарядить, чтобы она дала нам возможность вызвать голубей. Да ты что? Ну ничего себе. Да. Печалька, короче. В общем, вот так. Даже Ронина не надо. Ну, Ронином сложновато было, как видите. Накачали стойкости. Так, поехали. Следующий. Да ладно, ну чё вы, блин. Ладно. Я-то думал, блин, они раз-то взяли, поснимали. Уже вроде все праздники прошли. Вы чё, ребят? Еще и слились. Сердечком. Ну, спасибо. Это называется, ребят, топовая битва гильдий. Я надеюсь, дальше будет веселей. Эх, не потестим мы толком. Я же говорю, битва гильдий. Я надеюсь, что новые здания что-то внесут, какие-то изменения. Та же самая ситуация, блин. То чувство, когда можно пройти любым героем. Ну, любым, конечно, не пройдете, но... Так, что там у нас? У нас по-любому сегодня будет новый рекорд у меня здесь. Можно было бы, конечно, больше силы прокачать. Ох, вот здесь есть. Красава. Хоть кто-то ставит защиту на БГ. Да, все-таки надо немножко еще прокачать. Ну-ка, выйдем, попробуем чисто огником. Вот ради интереса многие спрашивают, и без доната многие скоро дособирают, что ему лучше ставить. Потестим выживание плюс ожива. Сможет ли он соло раздать? Он не особо топовый здесь сборки, я уже вам это показывал. Так, ну Фрейю, блин, заряди Фрейю. Не хочет у нее зарядить, к сожалению. Да, видите, потащил он всех. Ну, 52% у нас. Шанс слива, как обычно. Сейчас такие, оп, и слились. Все возможно, кстати. Как видите, я не особо готовлюсь к битве гильдии здесь. Давай, Ронин, тащи их. Я в тебя верю. Он по-любому тут затащит. Видите, ожива вроде, казалось бы, фигня раньше была. Сейчас на девятке реально она тащит, особенно когда у тебя есть ожог рунами. Это просто нечто. Ну и тут себе Лазулю выкинули. Я сказал, выкинули. Нет, не выкинули. Ну нифига себе. Ну все, ребята, это эпик фейл. И тут такой, оп, дерево. И дерево слилось, но все равно мы набили. Потому что здания, к сожалению, пока что не тащат. Так, ну что мы имеем на сегодня? 6554. Блин, надо было еще немножко силы добавить, чтобы было больше. Не знаю, что вам сказать. К сожалению, как видите, тупо не все туда держали, но реально я не заморачивался особо. Два героя, два, три героя, четыре героя. А у вас есть возможность брать 5 и больше, и битва гильдии проходится просто на ура.
То есть на сегодня нету ничего непроходимого. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны это очень печально. Так, что тут мы поставим? Мертвушку. Хотелось бы, конечно, каких-то уже изменений, но, как видите, пока ничего не предвидится у нас интересного. Так. Все, вернул я свой дав. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Надеюсь, завтра будет уже новое, мы все потестим. Всем удачи, всем пока.